Горный велосипед Stevens 6S. Пожалуй, это один из самых лучших велосипедов именитой марки Stevens, потому как он сочетает в себе очень интересный стиль, красивый дизайн, высочайшее качество, последние технологии и, конечно же, немецкую такую утонченность. Велосипед в очень ярком белом цвете, с красивыми красными и черными вставками. Все стилизовано под один единый стиль, бело-черно-красный. Велосипед оснащен очень достойными компонентами. Это 30-скоростная трансмиссия Shimano, сзади переключатель SLX, 10-скоростная кассета, гидравлические дисковые тормоза Shimano, втулки под Center Lock. Также впереди переключатель Shimano Diore, система шатунов Shimano Octalink, средняя звезда, отличительной особенностью которой является карбоновый внутренний диск, что сделано для увеличения жесткости и уменьшения веса данного велосипеда. Это свидетельствует о том, что велосипед действительно уже высокого профессионального уровня. Велосипед оборудован очень хорошей вилкой. Вилка воздушная, то есть пневматическая. SR Suntour Raidon. Вилка с выносным локаутом, то есть локаут находится на руле, что очень удобно при езде. Также при езде динамичной, например, на гонках или просто драйвовой такой езде. Велосипед оборудован, опять же, гидравлическими тормозами Shimano. Очень такими симпатичными, тоже с белыми ручками. Переключатели скоростей Diore Shimano, 10 скоростей сзади, 3 впереди. Также стоит обратить внимание на колеса данного велосипеда. Колеса очень интересные, то есть красивые белые обода Taurus 2000, двойные, с пистонированными спицами. Резина Continental X-King 2.2. Ширина очень хорошая, действительно надежная резина, которая выведет вас на любом бездорожье и по очень тяжелым, так сказать, маршрутам сможет вас провести без всяких проблем. Вот такой вот замечательный велосипед Stevens 6S. Вы можете приобрести в магазине Веломода. Скажем честно, мы и сами являемся приверженцами этой марки. И также ездим на такой же модели велосипеда. Поэтому рекомендуем всем этот велосипед.